Всем доброго утра! Мы уже проснулись, всех проводили в школу, на работу, в садик. И сейчас занялись с Афонькой уборкой. Как всегда, утро начинается с уборки. Я уже сложила почти все кровати, а Григория осталась. И будем сегодня стирать штору вот в этой комнате, в игровой. Она тут такая вся массивная, с этим ламбрикеном, пылесборничком таким. Вот, и вот я уже сейчас все поснимала, сейчас буду все стирать. И тут вот нужно окна, конечно, протереть, потому что здесь паутинки достаточно много. Так что сейчас будем начинать с Афонькой. Афонька, как всегда, сейчас прибежит. Кого ты там видишь? Да. Дедушку? А где дедушка? Там? Да. Нет, где дедушка? Там. Нет. Там. Нет. Там. Аккуратно. Не падай. Что ты тут крутишь, Афонь? Мама. С бабушкой вместе? Да. А что вы крутите? Сверлышки, скажи, да? Ты вставлял? Да. Ну и как, получилось? Да? Вот так получилось. Угу. Тра-та-та, повесили мы штору. Конечно, я не люблю, когда крючки отдельно, шторы отдельно. Но здесь именно так вот нужно было распределять по расстоянию, но ничего страшного. Сейчас стирается этот ламбрикен, тоже его сразу повесим. А кто-то здесь едет на машине, да? Ты сидишь в коробке и едешь на машине? Ну и как получается? Сел в коробку с кубиками и едет, да? Да. Тебе нравится груша? А как ты ее бьешь? Но сильно, да? Молодец. Ты любишь драться? Да. На. Оба. Дюкнулся? Ударился? Пока Миссия у нас там стирается ламбрикен, я сейчас буду готовить галушечки. У меня уже варится вот хребет с утки, которую я вчера обрезала для капусты. И сейчас я процежу бульон в другую кастрюльку и начищу картошки, морковки, лука. Буду готовить. Зоечка приехала. Зоиня, покажи машинку. Папа. Папа уехал, то папа быстренько кошелек забыл. Поехал. Приехал, взял кошелек и поехал на работу. Зоинь, покажи машинки. Где машинки? Там? Папа. Папа? Как твоего папу зовут? Степа? Скажи, Степа. Афонь, так вы тут с Зоей ездите, да? На работу вы поедете? И у тебя такой КамАЗик? Да. Он может возить песочек, да? Да. Марсик пришел, да? Он за тобой соскучился? Ну, не надо его трогать, да, он потянется. Скажи, друг мой, да? Друг. Друг? Скажи, друг. Пошел. Пришел друг, да? Пришел друг? Габа. Марсик. Марсик пришел друг, да? Марся. Марся, да. Кафоня пришел. Кафоня, скажи, Кафоня пришел, да? Ты его боишься? Не бойся, он хороший. Афонь, не надо только его, надо его гладить. Стучать не надо. Да.
все, процедившийся бульон, картошка, морковка, лучок, все уже здесь. Я сейчас делаю галушечки. Что, Афон, ты обулся? Шапочку теперь надо. Сейчас муку буду добавлять. Здесь 2 яйца, немножечко воды и соль. Сейчас сюда будем добавлять муку. Вот я ее только что насеяла. И будут у нас галушки. Так, здесь вот тесто такое получилось. И не густое, и не жидкое. В общем, такое вот. Сейчас обмакиваем ложку, и чайной ложечкой буду сейчас все это выкладывать. Все, сейчас все выложу, сейчас все повсплывает, добавлю зелень, чесночок, все будет готово. Ну что, вот такие вот галушки получились, все готово, зелень, чеснок я добавила. Сейчас пойдем на улицу играть с детками. Мы уже вышли с Зоечкой. Дедушка, пошли до деда? Пошли. Дедушка там на огороде, да? Сегодня у нас пасмурно, достаточно тучи, но тепло, ветерок прям очень теплый. Привет, дедушка, да? Афонечка, а что ты тут ремонтируешь с дедушкой? Ты все ремонтируешь? Ну и как, получается? И ты хочешь? Все хотят. Фоня, ты что там разбираешь? Фоня хочет старый мотор разобрать. И что оно у тебя получается, сынок? Что? Бежать ты хочешь? Да. Куда? Куда ты будешь бежать? Не надо никуда бежать. Иди сюда. А? Аккуратно, он же заводился. Бывает. Иди сюда, иди сюда. Ой, иди ко мне. Отходи, не надо, Афонь. Встала, сама ж ходит. Зоя. Встает, падает. Заюня. На, Афонь, колесо. Давай, копей. Ну, давай, ну что ты, стой. Ключ схватил. Все, потерял, будешь дома. Все, встал, сейчас ищу. Раз, два, три, четыре. Ты на батут приехала? Батутистка наша, да? А ну-ка, какая ты у нас? Держись. Давай. Раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Какая смешная, да? Ты хоть, чтоб я уходила, тебе не мешало. Да. Афонька! Мы за не выехали на улицу, а сейчас тут все такое красивое, желтое. Листья желтые нападали. Афонька выезжает. Давай вылазить.
Говори, дедуля, пока. Говори пока. Феофония едет за рулем, Зоя уже все домой поехала. Мы теперь ждем Гришу и папу. Листья. Береза уже вся облетела. Лысенькая стоит. Ты по листикам? Очень красиво, да? Все? Ты хорошенький такой. Ждем папу? А Гришу ждем? Давай. Все, у нас обед. Вернее, Сержуня уже пообедал, мы сейчас будем обедать галушками. Афоня, ты будешь кушать? Все, давай обедать. Слышу, ты строишь здесь? Красиво как. Ты целую коробку наколол. С горой. Молодец. Так что скоро будем топить, хорошо? Гриша сам наколол на растопке. А, да. Дедушка будет топить с тобой? И ты? Да. Ну, хорошо. Ну, ты идешь проверять или как? Пошли проверять уроки. Только руки помой, хорошо? А что? Ну, ты ж кушал. Все чисто. У меня уже не мокрые. Сейчас Афоне, подожди, чаю сделаю. Фонька на улицу уже выехал. Ты куда поехал, сына? Ты куда поехал? Кого ты поехал встречать? Папу? День. А? День. День? День? А где день? Да, мы сейчас едем с Гришей на карате. Тут у нас как туман полосочкой, да? Красиво. Да, очень красиво. Тут там тумана нету, а там есть. А тут есть, да, туман. А нет, тут да, не у нас есть. Угу. Маргарита, привет. Что там у тебя, колбаска? Да, это пирожное. Мы с Бирюком, я и порезала. На кусочки ты порезала? Ага. Заюня, ты что, уже будешь убирать? Ты будешь убирать песок? Вот ты быстро, да, убираешь, да, Маргарит? Угу. Ты умеешь так быстро убирать, Маргарит? Мы это убирать не будем. А кто это будет убирать, Гриш? Зося, ты подметаешь? Да, моя ж ты умница, подметай. Давай, показывай. Ну что, у нас уже 11 часов, все уже пошли спать, я сейчас тоже пойду выставлю видео и пойду отдыхать. Досмотрела я сегодня этого гражданина «Никто». И, в общем, вот так вот. Мы сегодня с роднёй, это же родня к нам приезжала, мы доели, ну кум нас, в общем, угостил астраханской этой рыбой, я что-то даже ее не засняла, не знаю. Ну там вот это было, которое... Ну, она как тарань, похожа на тарань, но как-то в Астрахани она по-другому. Вобла, по-моему. По-моему, так, не могу ошибаться. И еще был жерех. Вот. И вся рыба, как поедем есть, к тому девушке Леше, тогда уже покажем. В общем, на сегодня все. Уже поздно. Всем до завтра. Всем пока-пока. Love is